Красота – страшная сила, особенно когда речь идет о наших новых бьюти-пранках. По всем законам бьюти-логии, утро начинается с умывания. Выдавливаем на руку немного геля. Какой манящий ягодный аромат. Только есть один нюанс. Гель совсем не пенится, липнет к коже и на вкус как малиновое варенье. Кажется, я знаю, кто замешан в этом сладком деле. Берем малиновый джем и бутылку от клубничного геля для умывания. Выдавливаем джем в бутылку. Готово! Подруга всего лишь хотела высушить волосы феном. А вместо этого получила целый сверкающий фейерверк. Откуда взялась эта звездная пыль? Выгляжу так, как будто на меня чихнул волшебный единорожек. Ну и что мне со всем этим делать? Берем фен для волос и глиттер. В сопло фена засыпаем немного блесток. Кого-то ждет абсолютно блестящий денек. Улиточный гель. Обожаю корейскую косметику. О, такого я еще не видела. У этой марки каждый раз какие-то новинки. Подруга выкладывает маску на лицо. Фу, это не улиточная слизь, а один сплошной слизняк. Этот зеленый лизун точно увлажняет кожу. Для этого пранка нам понадобится слайм в банке. Лучше взять слайм зеленого цвета, так он вызовет меньше подозрений. К крышке приклеиваем этикетку от маски. Слайм-маска готова. Если подруга пользуется гелем для укладки волос, держи еще одну идею для пранка. Прозрачный гель перекладываем в чистую емкость, берем куриные яйца, разбиваем и выливаем яйцо через ситечко. Попасть в банку должен только куриный белок. Разбиваем нужное количество яиц, чтобы заполнить банку хотя бы наполовину. Подруга берет гель и пытается уложить торчащие волосы. Ой, а почему у него такая странная консистенция? Он слишком жидкий и скользкий. А на вид, как обычный гель для волос. Ой, чуть не забыла. Нужно подкрасить губки. Воспользуюсь новым блеском, который мне подарила подруга. Пытаюсь набрать помаду пальцем. Только блеск, по всей видимости, немного подсох и совсем не красит. Ничего не понимаю. Для розыгрыша подруги нам понадобится горячий пистолет и круглый пластиковый контейнер. Заряжаем пистолет цветным термоклеем. Прокручивая по кругу, заполняем контейнер до краев. По центру делаем красивый завиток. К крышечке приклеиваем картинку-поцелуйчик. Подарочек с подвохом готов. Выходной день – прекрасный повод уделить внимание своей коже. Подруга начинает спа-процедуру с легкой масочки. Нужно нанести маску на лицо и оставить на 15 минут. Ну а пока можно заняться своими делами. Подруга выключает свет и собирается выходить из ванной. Кто этот фосфорный монстр в зеркале? Мамочки, да это же я! Для этого пранка берем маску для лица и светящуюся краску. Распределяем краску по верхнему слою маски. Закручиваем крышку. Готовься к световому шоу, подруга! У подруги важная встреча, так что выглядеть она должна просто идеально. Вот только хочется немного освежить кожу. Может сделать по-быстрому масочку? Зачем, когда у меня есть целая банка патчей? Для этой идеи нам понадобятся патчи под глаза и восковые полоски для депиляции. Обрезаем восковую полоску по форме патча. Со второй полоской проделываем то же самое. Раскрываем фейковый патч. Складываем в баночку с патчами. Подруга берет патчи и прикладывает их под нижнее веко. Надо же, в этот раз они сразу так плотно приклеились. Подруга еще не догадывается, что в этом случае ей это совсем не на руку. Ой-ой-ой, что за дурацкие патчи? Приклеились как будто намертво. Мамочка, как же больно. Ну, подруга, это уже слишком.
Кстати, а вот и она. Подруга просто в восторге от формы моих бровей и просит сделать ей точно такие же. Но это вообще не проблема. Коричневым фломастером-подводкой наводим брови. Только есть один нюанс, о котором моя подруга пока не догадывается. Вместо того, чтобы выстроить правильную архитектуру бровей, я рисую ей забавную монобровь с рукопожатием. А что? Смотрится очень креативно. Подруга заглядывает в зеркало, а там... Как ты могла? Это вообще стирается? Не знаю, вот держи салфеточку. А бровки у меня и вправду просто загляденье. Что может быть лучше утреннего душа? Разве только утренняя ванна. Чтобы сохранить чувство свежести до самого вечера, не забудь воспользоваться дезодорантом. Упс, по-моему, я влипла. Что это за гадость? Мой любимый дезодорант меня так еще не подводил. Может быть, он испортился? Для этого пранка нам понадобится жидкий мед и роликовый дезодорант. Дезодорант раскручиваем и вынимаем шарик. Небольшое количество меда перекладываем в дозатор. Переворачиваем шарик, чтобы покрыть его этой сладкой и липкой субстанцией. Сладкая жизнь подруги гарантирована. Финальный штрих перед выходом – капелька любимых духов. Подруга пшикает на себя парфюмом. Сейчас она об этом очень пожалеет. Фу, откуда эта вонь? Пахнет, как уксусная кислота. Интересно, этот ужасный запах вообще выветрится? Для этой идеи нам потребуются духи и уксус. Снимаем крышечку с распылителя, шприцем с иголкой набираем уксус. Выливаем уксус в бутылочку. Заполняем примерно до половины. Этого вполне должно хватить. О, в арсенале косметических средств пополнение. Лосьон для лица. То, что нужно для моей сухой кожи. Подруга наносит лосьон на диск и равномерно распределяет его по лицу. Впитывается почти моментально. Просто сказка. Посмотрим, что ты скажешь через 10 минут. За чтением журнала время пролетает незаметно. Чего не скажешь про странный эффект от лосьона. Его-то уж точно незаметным не назовешь. О нет, я слишком бронзовая для этого мира. Придется уйти в подполье. Для этого бьюти-пранка нам понадобится крем-автозагар и бутылочка. Пишем на бутылочке маркером «Лосьон для лица». Для удобства баночку раскручиваем, переливаем средство в маленький флакончик. Вот так до самого края. Чудо-средство готово. Ой, я же забыла побрить подмышки. Только бритва совсем не бреет. Ага, здесь подруга постаралась. Ну ты у меня получишь. Для этого пранка нам понадобится бритва и горячий пистолет. Лезвие бритвы заливаем термоклеем. Супер безопасная бритва отлично подойдет для розыгрыша подруги. Подруга спит, а значит самое время для пранка. Набираем на кисточку консилер, маскируем средством брови. Косметическим фломастером посередине лба рисуем изогнутые брови. Теперь подругу можно разбудить. Просыпайся, с твоими бровями случилось что-то страшное. Брови изменили место жительства и перебрались поближе к центру. О, какой кошмар! Как я теперь выйду на улицу? Когда пранковая война в разгаре, нужно проявлять бдительность, особенно по утрам, когда глаза еще не до конца открыты. Подруга не замечает, что паста не отбеливает зубы, а обладает очерняющим эффектом. Это продолжается до тех пор, пока она наконец-то не посмотрит в зеркало. Ужас! Ну, подруга, готовься! Нам понадобится обычная зубная паста и таблетки активированного угля. Раздавливаем таблетки ложкой, измельчаем до состояния порошка. Добавляем зубную пасту. Перемешиваем. Перекладываем угольную пасту обратно в тюбик. Самое время подложить подруге, если не свинью, то хотя бы необычную пасту. Как же мне хочется посмотреть на ее реакцию.
Понравились наши бьюти-пранки? Каким из них тебе захотелось разыграть свою лучшую подругу? Напиши об этом в комментарии. Ставь лайк, подписывайся на канал и жми на колокольчик, чтобы не пропустить еще больше смешных пранков и идей от Трум-Трум Селект.